пакет мер поддержки 20 марта этого года. По ним в настоящий момент ведется работа. Это меры, связанные с снижением до 1% налогообложения по упрощенной системе налогообложения. Это меры, связанные с снижением стоимости патентов. Но сегодня ситуация требует введения дополнительных мер. Этими дополнительными мерами будут являться, во-первых, отмена требования по отсутствию задолженности по налогам и сборам при получении бизнеса мер государственной поддержки и субсидий. Коллеги, хочу обратить внимание, это не значит, что должна пропасть полностью финансовая дисциплина. Второе ключевое мероприятие связано с тем, что по тем арендаторам, которые расположены на территории коммерческих помещений, мы будем давать возможность получить льготу по налогу на имущество в части той скидки, которую вы предоставите своим арендаторам. Это очень важное мероприятие. То есть мы в первом пакете мер, который утвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обозначили меру по каникулам на 3 месяца, отказу, более того, не просто каникулам, а отказу от взимания, освобождению по арендной плате за государственное и муниципальное имущество. Но мы с вами прекрасно понимаем, что большая часть предпринимателей на сегодняшний день находится на коммерческих площадях. Значит, кроме этого, естественно, мы прекращаем все плановые проверки, это понятно, пролонгируем лицензии. Значит, из того, что мы также обсуждали сегодня в качестве дополнительных мер поддержки, мы понимаем, что складывается очень сложная ситуация по лесному комплексу. Это связано и с сложными климатическими условиями, и с сложностями со сбытом продукции. Здесь также есть предложение сократить те платежи, которые идут в региональный бюджет за использование лесного фонда. Вот эти ключевые меры, которые мы на сегодняшний день предлагаем в качестве второго пакета антикризисных мер. Правительство Ленинградской области приняло решение, и все выплаты, которые идут из областного бюджета по различным программам, будь это экономические выплаты, субсидии, будь это социальные выплаты, сегодня автоматически продлеваются на 6 месяцев. Даже мы четко говорим по социальным выплатам до 30 сентября, значит, без подачи документов. То есть, если кому-то были назначены какие-то выплаты, будь то бизнес, индивидуальный предприниматель или многодетная семья, или малообеспеченные граждане, и у них заканчивается срок действия документов, им нужно подавать документы, мы приняли решение в автоматическом режиме продлевать выплаты, особенно социальные. Мы также приняли решение упростить порядок тех, кто должен заявиться на новую социальную выплату, подачу этого заявления с тем, чтобы не происходило контакты и не происходили бюрократические процедуры. Я это назвал работа на доверии. То есть мы доверяем жителям, жители доверяют нам. Потом уже, когда вот эта история наша с вами с инфекцией закончится, мы будем сверять документы, комплектовать бумажки и так далее. Я хочу обратиться, Дмитрий Анатольевич, к вам и, Роман Иванович, к вам в вашем лице, чтобы вы переговорили со всеми сферами бизнеса о том, чтобы найти формы работы на доверие и со всеми иными институтами, и финансовыми, и надзорными институтами, потому что задают вопросы, прежде всего, индивидуальные предприниматели, как продлить какие-то, значит, лицензии через налоговую инспекцию, как продлить какие-то документы через Росреестр. Обращаются граждане и те, кто взял ипотечные кредиты, и те, у кого потребительские кредиты, те, у кого иные кредиты, как им продлить, значит, получить льготы по непогашению или отсрочке погашения тело кредита и освобождение от, значит, процентных ставок. И везде сталкиваются с бюрократическими процедурами. Я прошу вас, вот я обращаюсь вот с этим призывом работать на доверии ко всем тем, кто сегодня работает
с жителями не только Ленинградской области, а в целом с гражданами России. Давайте в этот период будем друг другу доверять и посмотрим, как максимально упростить все процедуры. Мы сегодня прекрасно понимаем, что 30 дней, которые нам предстоят, это непростой период, и люди должны быть гарантированы, хотя бы минимально, и социально защищены в том, что они смогут этот период прожить. Для нас, для властей, самое главное, это, конечно же, защита детей и защита граждан, оказавшихся в сложной ситуации, особенно граждан, которые находятся в зоне риска. Поэтому нами принято решение всем семьям Ленинградской области, у которых доход ниже 70%, 22 330 рублей, выплатить единоразовую помощь на ребенка в размере 5000 рублей. Сюда относятся также те граждане, которые временно потеряли работу. Сюда же в единовременное пособие на ребенка входят граждане, кому работодатель откажет в выплате по указу президента в связи с невозможностью выплаты или иными форс-мажорными обстоятельствами выплаты среднего заработка, либо двух третей среднего заработка, либо оклада. Нужно будет представить справку, что работодатель отказался выплачивать или не имеет возможности выплачивать. Мы, конечно, разберемся с каждым таким работодателем, но такие семьи мы также поддержим единовременной выплаты на ребенка. Я пока так обозначаю общую схему, надо внимательно еще раз Николай Петрович и Роман Иванович посчитать, с тем, чтобы мы точно эти условия выполнили. Мы также предлагаем поддержать всех тех, кто страдает хроническим заболеванием, которые входят в зону риска по коронавирусу, и кто имеет минимальную пенсию, это не важно, 65 лет тебе или ты в молодом возрасте и так далее, сделать единовременную выплату в размере 2000 рублей при условии, что они безусловно будут соблюдать режим самоизоляции. Это в обязательном порядке. Также принято решение, все те, кого мы назвали в списке, это безработные, это временно потерявшие доход, это зона, значит, социального риска, где, значит, прожиточный ниже, значит, согласованного с нами уровня, значит, получат освобождение пока на один месяц от взносов на капитальный ремонт. Вот то, что мы предлагаем по социальным пакетам, то, что сегодня мы готовы дать на поддержку наших граждан. Кроме того, все перечисленные мною категории граждан, которые попадают в зону социального риска, также получат возможность получить сухие пайки за непосещение детского сада и за непосещение школы. То есть мы чуть-чуть расширяем список тех, кто может претендовать на пайки. До этого у нас было только те, кто получал бесплатное питание уже. Сейчас мы чуть-чуть расширяем список. Это те, кто потерял работу, и те, кто гарантированно потерял возможность получения в этот период, значит, своего заработка. И я хочу попросить, Николай Петрович, вас совместно со службой социальной защиты очень оперативно подготовить списки таких граждан. Здесь надо, чтобы обязательно подключались и комитеты по экономике, и комитет по малому и среднему бизнесу, для того, чтобы мы четко это все выверили. Роман Иванович, попрошу вас просчитать наши финансовые возможности. Если мы будем видеть, что где-то мы не вписываемся, мы должны честно в понедельник сказать, какие мы ввесем коррективы. Но пока вот предварительно мы посмотрели, ну, где-то мы в этот объем должны предполагаемой помощи вписаться. Пока эта помощь рассчитывается до 1 мая, дальше мы будем смотреть по развитию ситуации. Еще раз повторю, 5000 на ребенка и 2000 на хронически заболевшего определенным категориям граждан, у кого низкие доходы, будет выплачиваться разово на, значит, период апреля месяца. Я, наверное, все, что хотел сказать, сказал. Я попрошу тогда, Ольга Александровна, вас дать
еще раз информацию и ваше видение ситуации. Ну, цифры уже, Александр Ильич, основные обозначил. На самом деле, на сегодня у нас 41 зарегистрированный случай, лабораторно подтвержденным. У нас растет число лиц, находящихся на медицинском наблюдении. Понимая наших заболевших, мы знаем их контактных, мы понимаем, откуда эти заболевшие у нас появились. И чем больше мы сможем сдержать такую ситуацию, тем... В принципе, дальнейший технологический прогноз будет более благоприятным. От этого очень много зависит. Кроме того, что еще хотелось бы сказать, конечно, как и была несколько раньше наша основная задача, так и сегодняшняя задача. Это на самом деле не допустить распространения инфекции. Все эти меры, которые я прописываю в своем постановлении главного государственного санитарного врача Александра Юрьевича, спасибо большое, на самом деле, в своем постановлении, все те предложения, которые я ему даю в рамках полномочий, определенных 52-м законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, практически все входит, и входит, я бы даже сказала, может быть, в более ужесточенном виде, что и правильно, да, потому что как губернатор Ленинградской области, он, конечно же, может принимать более, такие, скажем, жесткие решения, но совершенно правильные в этой ситуации. Вот только выполнение всех этих мер, которые иногда могут даже показаться несколько, может быть, абсурдными, но может привести к тому, что мы как можно больше не только сдержим этот процесс, но и пойдем на убыль. Наша сегодняшняя задача – это не допустить распространения инфекции в коллективах. В первую очередь это, конечно, медицинские организации, об этом сегодня тоже очень много говорят, потому что при возникновении вспышки в таком очаге, как медицинское учреждение, больница, к сожалению, конечно, мы можем прийти только к тому, что мы включаем из лечения целую больницу. По тем вопросам, которые поступают ко мне вот из территории, от моих начальников территориальных отделов, которые входят в составы ваших штабов, в принципе, если всего, я уже вижу, что работа, я считаю, налажена достаточно неплохо. Может, где-то есть у кого-то какие-то шероховатости, я прошу практически у всех глав, есть мой телефон, звоните, я думаю, в каком-то таком разговоре, телефоном, мы это все подстроим. Но по большому счету проблем не возникает. Сейчас вот вдруг у нас на самом деле наши такие большие территории, это Мулино, Кудрово, это Гатчина, новые микрорайоны, ну и не только у нас эти микрорайоны, но вот эти в первую очередь новые управляющие компании молодые, почему-то считают, что если у них нет средств, то они не должны проводить дезинфекцию в подъезде. Запрещительную дезинфекцию мы берем на себя, я имею в виду наше подведомственное нам учреждение, Институт гигиены и эпидемиологии Ленинградской области. Текущую дезинфекцию каждый день ее, конечно же, должны проводить управляющие компании. И со стороны администрации должен быть неусыпный контроль, потому что, опять-таки, сколько делает правительство, даже уже сегодня по дезинфекции улиц и дорог, и если при этом при всем у нас в подъездах не будут проводиться полный комплекс санитарных противоэпидемических мероприятий, то это, конечно, неправильно. По-прежнему очень острая тема, и от многих глав я это слышу, почему мы не говорим сразу, и вот и даже как какую-то информацию утаиваем, когда мы уже знаем о каких-то случаях, но вам это не говорим. Это совершенно неправильно. Я еще раз прошу вас, услышьте нас. Как только меня лично, как только есть какое-либо подозрение на эту инфекцию, лабораторное, я имею в виду, не состояние здоровья человека, а лабораторное. Мы не ждем окончательного подтверждения диагноза. Мы сразу начинаем проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Сделано это в первую очередь для того, чтобы мы не потеряли самое главное, то, что потом уже не наверстать. Это время. Вот сегодня в некоторых районах тоже у нас начали такие мероприятия, так скажем, уже вот звонки, а почему вы нам не говорите? Как только диагноз будет подтвержден, мы вам, естественно, скажем. Сегодняшнего дня, в принципе, я, честно говоря, была против такого расписывания по районам, но для того, чтобы не было слухов и расхождений, лабораторно подтвержденные случаи, которые вошли в наш штаб, и, естественно, в штаб Российской Федерации, будут
обозначаться на нашем сайте. Работа управляющих компаний, связанных с санитарными обработками, с дезинфекциями в подъездах. Проводить контрольные мероприятия и в случае отсутствия необходимых мер по санитарной обработке применять меры административного наказания и как к юридическому лицу управляющей компании, и также к физическим лицам, директорам данных управляющих компаний, чтобы они платили штраф, если они хотят нормально работать. Я также попрошу Олег Михайлович Малаченко вас, хочу при всех сказать слова благодарности нашим ветеринарам, которые подключились вместе с сотрудниками Ольги Александровны, историкой, вместе с нашими медиками к работе по санитарным обработкам улиц и городов, поселков Ленинградской области. Я попрошу эту работу на следующей неделе продолжить.